Всем привет, ребят. Ну что, мы сегодня на аккаунте Легенды. Дал мне его Павел, мой подписчик. Аккаунт, смотрю, донатный, огник есть со скином. Это явная ознака того, что есть донат. Это русский сервер. Так, ну, 200 тысяч доната, умеренный, в принципе, донат. Интересно, что ему надо за героя. Свален, землеройка, командора, космо. Как обычно, миссия выполнима на 1%. Так, находится он в гильдии S. Непонятно, что за S. Вот такие вот иероглифы. Пишите письма. БГФ, первые места. Буз 3, 21.00. 5, 21.30. Форте, 20.00. Прием, 18+. Беседка в WhatsApp, связь на экране. Первые места, кидайте заявочки, вступайте. Отметимся за него, а то получит кик. Так, ну у нас сегодня коллекционер. Что-то он уже здесь ролил, пробовал. Плюс трата. Ну что, поехали. Потом посмотрим, что тут на аккаунте вообще делается. Начнем. Где мета. Так, студеный есть. Ну, сегодня, как бы, студеные падают, фу-фу, хорошо, но у меня чувство, что здесь что-то пойдет не так. Гаргулу. Паладин, одержимый, ничего себе. Жестко, жестко. Видите, донаты, вот донаты тоже плачут. Что-то как-то первые рыцарь падает имба. Стрелок, блин, вот на предыдущем ролике он нужен был. Но, к сожалению, он там не упал. Да, Прайка, конечно, дамажит так, что мало не покажется. Так, понятно, все равно дальше мы не забежим. Поехали следующих. 10к пошаманим. Сердцеедка. Студеный. Еще один. Укротитель. Рандомчик, давай уже каких-то легенд, что ли. Ранки ниндзя. Ну, сразу две кинул, но не те, которые нужны. Но слизни, я вам показываю, слизни реально падают. Хреноватенько что-то. И что у нас за 20к получилось? 6 штук. Фигня вообще. Да-да-да. У него тут такие противники жесткие прям. Интересно, они вдвоем фраю смогут разобрать или нет? Судя по всему, нет. Поехали, посмотрим, что у него творится. 9. Ну, вот это правильное решение. Бог войны, бог войны. Но видно, что аккаунт, скорее всего, давненький, слишком много бога войны. И старенькие талантики на героях. СУ. Стойкость. Минотавр хорош. Нормально пятерку ТУшку вытащили. Так. И да, стал. Тут с талантами, конечно, жестко. А что, у него нету талантов? Да, вообще печально. Так, ну что, легенда, что мы с тобой делать-то будем? Влад Дракула. Где имба-герой? Знаете, вот всегда, вот, чем дальше ролю донатным,
персонажем, тем больше понимаешь, что донатом еще сложнее выбить, потому что донат с одной стороны у Бугимен, ну, он не нужен, с одной стороны хочет героя, и однозначно он его будет донить, пока не купит, ну, конечно, в меру, кто, смотря какой, еще один Бугимен, а с другой стороны понимаешь, насколько это все печально, если ты его не выбил. Без донатом проще, нету-то и нету. Вуаля, вот так вот. Вот так вот, ребятушки, ну что, поздравляю. И бушка у тебя уже есть. Даже если мы не соберем слизни, это вероятность 100% того, что 12к, хотя все бывает, это ж 5 штук. Поехали. Так, давайте его откроем. Нету ж у него космо. Нету. Отлично. Открыть. Блин, ну я не знаю, надо ставить, не надо ставить. Ладно, он сам определится. Но неплохо. Я бы поставил, если Ремка. Ремка, думаю, у него есть. Да, есть. В принципе, можно ставить, если что, потом скином себе дособирает. Вряд ли там что-то будет. Конечно, я живо для него неплохо, но подашка, я считаю, это второй талант, который ему реально заходит. Ремку смысла нету ставить. Давайте еще на удачу один откроем. Ну это печаль. Это уже получше. Ладненько, поехали, будем пробовать дальше. Удачу. Друид. Так, один есть. Атлант. Так, еще один есть. Чего я сюда полез? Побежали. Надеемся на удачу. Сердцеедка. Гаргул. Дракос. Ледяной феникс. Офигеть. Конечно, круто. Он у него есть, но это было прикольненько. Так, суккуб. Ну, рандомчик, давай. Ну, как видите. Нифига не помогло. Ну, с другой стороны, 12-15. Это вообще печальный результат. Но зато есть, ребятушки, еще один недостающий герой. Причем, какой герой? Это просто имбище. У него, по сути, осталось Командора, Землеройка, Славин, Свалин. Да и все. Землеройка, конечно, классно. Но Командора, я думаю, без этих героев можно обойтись. Вот так, кстати, странно, что у него нет. Ну, я думаю, умеренно по чуть-чуть накопит. Летяга, еще один, жесть. Так, что мы еще не позабирали? Мы не позабирали плюхи. Так, отлично. Получить все. Есть. В общем, такой вот роллинг, ребятушки. Пишите комменты, лайки, репостики. По поводу еженедельки я вам выпущу видос. Думаю, вы его увидите. Будем что-то менять. В общем, поздравляю. Все, что мог, сделал. Но зато самое главное, выбил
одну недостающую имбу. Все, всем удачи, всем пока.